Папа, смотри, как я еще умею. Папа, смотри. Как этот кабачок можно выкинуть. Так, кто там прыгает у меня? А то я прыгну сейчас. Леша. Зачем ты это делаешь? Так. Я же буду гречку с картошкой. Ой, гречку с молоком. Гречку с картошкой. Тут еще красная цена, ясно, солнышко, хлопья, овсяные, зелень, разумные. Причем, как? Тут не современная, это наоборот старинная. Я думал, недавно себе кто-то стрел. Еще его родители. Ручка оборвалась, будто берем. Ты себе. Ну, легенькая. Хорошо. Оно уже все, поднимай. Вот, папа, иди сюда, вот. Папа, смотри, какая красивая. Да, да. С грязными руками иди отсюда. Вот как обычно. Мойка посуды, друга с собакой. Сейчас покажу этот ручей с другой стороны. Вот. Он так называемый Зада. Вход Зада. Тут когда-то была дорога очень низкая. Короче, поднимали дорогу. Как сказать, дома, короче, были выше дороги. Дорога была внизу. Ее подняли, расширили. И теперь вот такой сток воды. Картошка есть уже. Надо было ведро взять. Ну сколько?
примечательно, что здесь практически не бывает крылатых жуков. Очень-очень редко появляются. Поэтому кутюшки здесь лучше. Ну, то шкура сейчас лучше, проще. Синенькая, беленькая. Вот. Ну, это так. На ужин. Лёпа ласкает. Варится вишнёвое варенье. Тут где-то 3 литра вишни. И вот деликатес с детства. Пенка. Ну, это современная деревня. Здесь газовище делается. Тут есть и электрическая плита, и такая плита. Вот в погреб. За окном малина растет. Это времянка, как я уже говорил где-то видео. Уже снимаю отрывками. Как бы сегодня поснимал, завтра поснимал. Так, сегодня довольно прохладно. Вон там у нас это за окном тучки. То, что не вышел на улицу, снимаю за окном в этом качестве. Не особо. Это такая мухоловка. Такая мучительная смерть этих мушек. Они залят на сладкое и долго-долго погибают.